благодаря этому тренингу я действительно поняла и осознала, что чего я хочу и к чему я буду стремиться. Меня привел дар Латанского показывать людям, как и что можно сделать, потому что это далеко может не каждый человек. Энергетика, которая у него есть, это не каждому дано. Именно поэтому я здесь. Я знала, что я очень много здесь получу заряда, энергии. Но то, что я получила, это превзошло на 1000% все мои ожидания. Это суперконцентрат того самого главного, что надо получить каждому человеку. Для меня это был свой прорыв, личный мой прорыв. Коля Латанский вместе с Татьяной, это вот как ножницы, которые отрезают каждый грузик, и ты поднимаешься на этом воздушном шаре все выше и выше, и ты освобождаешься, ты видишь просторы, ты видишь горизонты, и в душе появляется радость. И отметается все лишнее, то, что тебя останавливает, тянет назад или не дает возможности развиваться здесь и сейчас. И ответы, которые мне тут пришли, они еще глубже мне показали, что мне надо делать и как продвигаться дальше. И я поняла, что мне даже нечего бояться или переживать, и стесняться, и я готова завтра уже идти и вперед к шедевру собственной жизни. Для меня главный результат этого тренинга заключается в том, что я имею пошаговый результат на ближайшие 5 лет своей жизни, имею свое видение своей жизненной миссии, имею те задачи, которые должен выполнить. Он не просто пошаговый, а он очень детальный. То есть мы на каждой ступенечке, на каждом как бы шагу мы сильнее, лучше понимаем все предыдущие шаги, которые мы до этого делали, они лучше раскрываются. Это дорожная карта, это путеводитель, это компас, это маршрут пошаговый от каждодневного действия, недельного, годичного до 5-летних планов на жизнь. В итоге тренинга я спланировал себе вообще не только 1 год, а целых 5 лет и расписал и поэтапно, и все настолько сильно это у меня все в голове сложилось, что мне все это теперь поэтапно понятно, куда дальше развиваться и куда что дальше делать. Я реально получила маршрутную карту к тому, чтобы стать успешной. Все расписано подробно по шагам. С одной стороны очень просто, а с другой стороны просто гениально. Я бы этот тренинг порекомендовала тем, кто ищет себя. Которые хотят работать над собой, которые хотят самосовершенствоваться. Ну и которые хотят в себе изменений. Этот тренинг очень нужен людям, которые запутались в своих целях. Потому что все ставят себе цели, такая есть мода, но мало кто понимает, зачем они им нужны. И здесь вот как раз такой вариант, что люди просто узнают, кристаллизируют свою цель. Просто ясно понимают, что они действительно хотят. Это как трамплин для дальнейшего своего скачка в бизнесе, в отношениях, в работе. Вообще это как грудь для младенца, да, при рождении. Вот как только ты родился, прислонили тебя к груди, да, и пошла жизнь. Так это тренинг, это начало жизни. Я бы рекомендовал своим детям, своим близким, друзьям, знакомым, их у меня более 3000 людей, обязательно пройди этот тренинг, и как лицензиант, партнер Николай, я буду этому содействовать. Этот тренинг для всех возрастов, независимо от того, сколько человеку. Он должен начать когда-то жить своей жизнью. И очень важно, что это нужно и нашим детям, которые бы должны были узнать пораньше, что можно сделать со своей жизнью и как ее стоит прожить. Этот тренинг должны пройти все люди всех стран, всего мира.